Здравствуйте, мои дорогие, любимые зрители! Сегодня у нас праздник, а поводом стало три причины. Во-первых, нас с вами уже 11 тысяч. Во-вторых, поздравление с 9 мая набрало 130 тысяч просмотров. А на канале уже более 3 миллионов просмотров. И это третье. Все вы стали мне дороги, и это не пустые слова. Общение с вами стало важной частью моей жизни. Я спешу рассказать вам о событиях в Москве, делюсь событиями в своей жизни. У нас с вами собралась замечательная, дружная, добрая компания, и каждый из вас прожил непростую, но замечательную жизнь, и у каждого есть чем гордиться. Вы сейчас полны жизни и творческих идей. И у нас все интересное еще впереди. И я вкратце расскажу о тематике моего канала. И начну с самых популярных видео. Самое большое количество просмотров набрало видео «Прекрасный сад. Сказка на четырех сотках с мини-бассейном в цветнике». 326 тысяч. На втором месте «Поздравление с 9 мая». На третьем мастер-класс по созданию новогодних шаров своими руками. И на четвертом месте шуточное поздравление с 1 мая, которое в прошлом году набрало 110 тысяч просмотров за 2 дня. Вот оно. Секретарей, врачей и плотников, и прокуроров, и суда, да-да, а также прочих всех работников, да, поздравим с праздником труда. Желаем вам в труде терпения, чтоб рос заклад и интеллект, ага, и от начальства уважение, да, и от коллег сплошной респект. На пятом месте мастер-класс по созданию пасхальных венков. На шестом рассказ о растениях с синими цветками для украшения сада. Это, пожалуй, одни из первых моих видео. На седьмом месте мастер-класс по созданию мебели для сада в стиле шиби-шик. Он набрал 111 тысяч за 2 года. На восьмом рассказ о саде моей подписчицы, ставшей моей подругой Натальи Ивановой. 104 тысячи за 9 месяцев. Как вы видите, интересы разнообразные. Не знаю, плохо это или хорошо, а вы как считаете? Напишите. Ну, конечно, больше всего видео в плейлисте «Мой прекрасный сад» – 169. Ведь я ландшафтный дизайнер со стажем более 35 лет. В заставке к этим видео вы увидите меня в моем саду, созданном в стиле шеби-шик. Сейчас вы увидите заставки к моим плейлистам о театре 26 видео и к декупажу Бишик тоже 26 видео. И последним вы увидите трейлер моего канала. А я с вами прощаюсь, обнимаю, люблю. Счастья вам, дорогие друзья, с праздником, до следующей встречи. И еще. В разделе «Плейлисты» вы можете ознакомиться с видео по данной тематике. У меня их 35, правда, некоторые из них пересекаются.